С нами футболист команды ЗОВ, город Москва, Даниил Зюкин. Даниил, комментарий по матчу. Игра была очень интересная. Был накал. Сначала проигрывали, потом сравняли, потом опять проигрывали, потом опять сравняли на 90 минуте. Видимо, не хватило нам опыта в определенном турнире. Ну, и будем стараться добиваться в следующем сезоне, в следующем году прорыва дальше в следующие раунды Кубка России. Возможно, не хватило и физических силенок? Мне кажется, ну да, у нас получается так, что команда тренируется каждый день. И у меня просто нет слов, не знаю, что сказать. А так, в общем и целом, очень обидно за такое поражение. Ну, в любом случае, поздравляем команду с дебютом в Кубке и желаем вам удачи в соревнованиях, в которых принимаете участие. Спасибо большое.